То есть это не Олег, вновь создаваемое. можно я вставлю свой Конечно. нот? Это, да. Всем добрый день, Валерий, что добрый день. А, смотрите, мы тогда, когда изначально про 10.34 тогда еще заговорили, почему вообще появилось это постановление, ну, пошло оно для промпарка? Потому что была задача, как можно эффективнее построить работу с инвесторами, с компаниями, которые приезжают на место, которые хотят реализовать свой проект. И как раз 10.34 позволяло нам, когда управляющая компания проходит конкурсную комиссию, заявляется, им предоставляют земельные участки, в течение одного дня предоставлять землю уже инвестору. Это многих заинтересовывало. У нас по этому проекту прошло и развитие в Челнах. Мы две очереди промпарка Нижнекамска по этому пути прошли. Прошел богатые Сабы. Просто и сейчас, вот после того, как я прочитал, 54-е, я чуть-чуть... Непонятно, для чего оно сейчас. То есть для промпарков оно будет неэффективно, не если вот Сергей сейчас видит это постановление, знаю, обратил внимание, обратил на пункт 5.3. Как раз, потому что мало кто замечает, самый предпоследний пункт в этом постановлении, когда уже ну, не дочитываешь, там гласит, что я, например, сейчас хочу делать там промпарк, я заявляюсь, объясняю, обосновываю, мне город дает то, что да, это соответствует приоритетам и целям, что да, это нужный проект. Я делаю бизнес-план, подтверждаю инвестиции. Все вроде, все хорошо, мне землю отдают. Но как только я должен отдать резидентам субаренду, мне надо опять заново этот круг ада пройти. То есть мне надо опять заново всю заявку подавать на инвестсовет и опять выходить на президента. Это то же самое получается. Все заявляют как промпарк сначала, потом я заявляюсь с резидентом, заявляю, что вот этому хочу резиденту подать, потом второму резиденту, третьему, это же ужас. Нет, абсолютно верно. Мы поняли эту ситуацию. Действительно, там есть некоторые перекосы. Наверное, этот перекос можно устранить. Да? То есть два раза действительно смысла нет гонять людей на инвестиционный совет. Да? Вот. Но вопрос вообще в целом, как мы будем реализовывать, много ли таких проектов?